Зима полноправно вступила в свои права, поэтому вопрос очистки снега стал особенно актуален сейчас. Справились ли власти с уборкой дорог в эти выходные? На платных стоянках залежи снегом, на тротуарах где-то, снег такой рыхлый, неудобно ходить, а на каких-то участках вполне нормально. На дороге снега нет, здесь на тротуаре есть снег, плохо. Что делать? Чистить самим? И песка много насыпали. Забили. Вот здесь я каждый раз хожу, несколько раз я утром падал уже. И я думаю, что стоит этим заняться лучше. Я думаю, да, все нормально. Нормально. Справились, да. Не падал? Не, ни разу.